профессия тестировщик, она воспитывает в людях усердие, усидчивость, внимательность, наблюдательность и стремление к новым знаниям. Потому что с чем бы ты ни столкнулся, с каким бы проектом по тестированию, ты всегда должен почерпнуть что-то новое. Если действительно где-то что-то внутри, в глубине души говорит «да», ну надо пробовать. Надо выходить действительно из зоны комфорта. Я, как бывший лингвист, увидела. Окей. Значит, это что-то связано прямо с тестированием. Вот прямо эти буквы говорят, что здесь, скорее всего, научат всему. Пошла сюда и поняла, что это мое. С точки зрения профессиональной, ну вообще сам по себе курс очень такой емкий, интересный, насыщенный информацией. Для меня эта вся информация была новая. Поэтому однозначно то вот те 2 месяца, которые мы здесь занимались, это новый опыт. Он очень глубокий, он широкий, он, ну, он такой однозначно развивающий. Себя могу оценить, наверное, на 10 баллов. Не буду скромничать. Нашел работу в течение курсов. Вот, поэтому очень доволен курсами. Они 100% только благодаря ним я нашел работу. Очень хорошее стечение обстоятельств было. Тема, на которую мы проходили на курсах, была на собеседовании. Я очень все разложил по полкам хорошо. Поэтому вот так вот повезло. Ну, Юля такая харизматичная девушка, однозначно. Она жесткая, когда необходимо. Она очень требовательная. Вот, но в то же время она вот реально может возиться с людьми. Разобраться, вникнуть в суть каких-то вещей, вот, дойти до того, чтобы у каждого понимание сформировалось четкое в голове, чтобы не осталось вопросов, которые были не отвечены или не раскрыты. Это, конечно, привлекает очень. По образованию. Я преподаватель французского языка. И попала я в компанию изначально как консультант по французскому языку под определенный проект. Юля замечательный человек. 24 часа в сутки практически она была с нами. Какой-то вопрос, сразу идет ответ. Основные моменты разъяснялись настолько, что все эти трудные темы просто разложились по полочкам. Человек этим горит делом, очень сильно заряжает энергией. После этого чувствуешь себя намного лучше на тех же собеседованиях и более уверенно, можно сказать, в какой-то мере, когда берешь пример с Юли. Для тех людей, кто только хочет войти в профессию, самым главным является разобраться, правильно ли они понимают, что такое быть тестировщиком, возможно, где-то в интернете поискать статьи, какие-то видео, ну и, собственно говоря, приходить к нам на курсы и попробовать своими руками. Первое высшее образование я получила достаточно давно, поэтому уверенный пользователь ПК, но мне кажется, сейчас любой студент, любой школьник, даже уверенный пользователь ПК. Да, я много читала. Я читала основополагающие книжки по тестированию. Я интересовалась на тех же сайтах Harbor-тестирование.ru. Ну, возможно, это было какой-то базой, которая мне помогла все-таки в этом курсе. Мир не стоит на месте, и постоянно что-то новое изобретается, что-то новое внедряется, и люди не должны, как бы, с тем багажом, который они получили в университете, идти по жизни. Они должны постоянно быть, как в моделях разработки ПО, инкрементным образом, то есть накапливающим. Я была приятно удивлена. То есть образование тоже развивается. Курс достаточно практикоориентированный, и тот объем информации, который дается, он легко усваивается, и хорошая база для того, чтобы стартовать в этой сфере и далее развиваться.